А я хожу, прошу вас, но отсюда еще. Вам как удалось так здоровски от меня спрятаться, а? Знаете, ну ладно, это потом расскажете. Знаете, чтобы меня узнали? Да. Конечно, я Питер Пен. И меня знает каждый. Все говорят, что я очень отважный. А я говорю, что хожу по краю. И в играх я правда страху не знаю. Все говорят, что я справедливый. Я вам скажу, вы проще котливей. Одно знаю точно, всегда и везде. Друзей выбираю себе. Вы друзьями-то моими будете? Да. Точно? Да. А вы ничего не боитесь? Нет. И даже ее не боитесь? Нет. А я боюсь побить. А я даже... Погодите, вы прям самые смелые, да? Самые храбрые. Так... Это кто такой? Это ленивец. Тут еще вот. Какой ленивец, он красненький. Кто это такой? Паук. Паук? Ядовитый? Он маленький. И чего? А знаешь, какую паутину может кинуть? Я сейчас. Точно? Там еще маленький, огромный. Это ворон. Ворон? Чего он хочет сделать с нами? Ничего. Куда они реально нас учать? Нет, это только от розды в головной боли. Да? Бескрайнее болото. Видите? Тут по нему ходить нельзя ведь. Если наступить на болото, может очень сильно засосать в трясину. И знаете, кто нам ногу сожрет там? Крокодил, конечно же. Чтобы попасть на мой остров, есть одна тайна. Нужно... Ты чего, у тебя ноги лишние, что ли? Слушай внимательно. Нужно прыгать только по темненьким кочкам. На зеленый наступать ни в коем случае нельзя. Договорились? Это крокодилы. Да. Только на темненькие. Давай, прыгай. Только по темненьким. На зеленый давай нельзя. На темный. Покажи, как надо прыгать всем. Ты чего? Покажи, научи. Давай, давай. Только по темненьким. На зеленый нельзя. Погоди, не спешу. Это замыкающий. Я не могу сюда. Давай, давай. Прыгай, у тебя получится. Давай, давай. Ура! Ты куда обратно попрыгал? Иди на остров. Я все понял. Стефа, Каролина, Ульяна и Катя. А ты Питер. Нет. Каролина. Да ладно, Ульяна, да ладно, я пошутил. Пошутил, пошутил. Ладно, ребят, скажите, вы играть умеете? Да. Надо позвать Динь-Динь, правда? Мы ее позовем, она нам еще полетит, и мы все полетим выше неба. Ты говоришь? Чтобы Динь-Динь позвать, нужно тихо песенку напевать. Вот так Динь-Динь, все вместе. Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. Слышите? Динь-динь, скажи, пожалуйста, не могла бы ты дать нам еще немножко волшебной пыльцы? Вы поняли, что она говорит? Она сказала, что волшебной пыльцы у нее осталось маловато, поэтому она с нами не поделится. Но если ту волшебную пыльцу, которая осталась, насыпать на каждого буквально на посоринке, буквально по крупинке, знаете что? И так не получится. Магии ведь мало, но высоко-высоко прыгать... И ходить по болоту сможем. Попробуем? Да. Тогда вытягиваем ручку. Закрываем глазки. И не подглядываем, Лев. Жульничать можно только мне. Договорились? Да. Не подглядываем. Лев, пыльца очень ослепительная. Сейчас. Отлично. Открываем глаза. Блестки, настоящие пыльца, хорошенько растираем, втираем хорошенько-хорошенько. У всех есть звездная пыль. Сейчас проверим, что там Динь-Динь обещал, высоко-высоко прыгать? Да. Встает. Ничего себе! Я никогда не видел, чтобы дети так высоко прыгали. Ты чего?
Дим, Дим, скажи, пожалуйста, не могу, не знаешь ли ты, где я оставил свою волшебную цепь? Ты чего ругаешься? Да тихо, тихо! Представляете, что она сказала? Что? Что пока мы с вами резвились, доиграли, незаметно капитан Клюк сюда подобрался и украл мою волшебную тень. Знаете почему? Почему? Потому что я взяла без спроса его канат. А разве можно брать без спроса? Нет, нет. Но я бы поиграла и вернула, наверное. Не знаете что? Капитан Клюк сильно рассердился на меня и похитил мою волшебную тень. Мы должны ее вернуть, правда? Да. А вы мне поможете? Да. Точно поможете, не испугаетесь? Нет. Тогда слушайте внимательно. Линия сказала, что видела, как он отправился в волшебную долину, где живут феи. И там отставил для нас подсказку. Вы со мной? Да. Точно? Да. Тогда скорее, нельзя терять ни минуты! Скорее, скорее, за мной, за мной! Чуфыр! 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 И нажимаем на нос! Готовы? Динди! Динди! Ребята, знаешь, что ты сказала? Что? Она бы очень даже помогла, но не может. Потому что ее волшебная палочка утонула в речке. Как здорово! А теперь возвращаемся и можем на капельки в речку. А то день-день будет сильно плакать из-за того, что волшебная капелька не сухая. Скорее, скорее, скорее! Все волшебные капельки в речку! Это как там, блин, туда же отправился? Как это за Стоп! Вы думаете, что это? Камень замаскированный! Погодите, ой! Подождите. Может быть, попробуем магией его отодвинуть, а? Окей, давайте заклинание какое-нибудь скажем. Фуфыр, откройся дверь, все вместе ручками машем. Фуфыр, фуфыр, откройся. Клюзя. Ребята, это мы где оказались-то? Заходи. У бабы-яги гости. Почему вы думаете, что у бабы-яги? Это пират. Пират. Записку нашел. Паутину здесь видали? Видали паутину? Да. Ага. Значит, вы ко мне попали. Вы, старухи, помогите. Пауков всех соберите. Погодите, я не дочитал. Да полуйте. Просто так не стойте. Я за вами тут слежу. В камеру свою прыжу. Какие такие камеры? Музыка все! Точно! Если вздумаете бежать, превращу вас в лягушат. И не найдет ваш Питер Пен золотую свою тень. Она с Бабой-Ягой договорилась о том, чтобы нас никогда не выпускать. Кормить только червячками, заставлять работать каждый день. Представляете? А, я работаю. Подождите, нам надо как-то спасаться отсюда. Срочно. Вот выход и вот выход. Мы там уже были, там тени. Заколдованный выход. Там уже нету тени, может там можно. А мы посмотрим. Вместе. Абракадабра, замок появись! Как думаете, получилось? Да. Сейчас посмотрим, могла ли держать. Так, стойте. Ульяну, свети. Так. А ты держи канат и не теряй. Открываем? Да. Точно? Да. Ух. Что-то есть. Стой, стой, стой. Я ведь никогда не вырасту, правда? Нужно сделать вот так вот. Да здравствует король детства! Все вместе. Да здравствует король детства! Да, сильно-сильно кричат, вы так умеете? После того, как дверь откроется, все бежим за мной. Я знаю, где пиратский корабль. Готовы? Да. И сильно-сильно кричать будем? Да. Готовы? Да. Раз!